1 сентября, и это школьный блог. Я решила, что сегодня будет очень классно заснять что-то из школы, потому что мой прошлый блог, он стерся из памяти, но я его пытаюсь восстановить, потому что там реально очень классные моменты. Вот, сейчас я собираюсь, уже накрасилась, сейчас буду одеваться. Кстати, вчера я легла где-то в 12, даже без 10 час я выспалась. То есть я чувствую себя прям прекрасно. Вот, поэтому я сейчас буду собираться и одеваться. Время 13:38. Сейчас как раз таки хочу поговорить с вами о школе, об учебе. Сегодня у нас было 4 урока, потому что большинство учителей было задействовано на выборах. Вот. Мы не учились тогда пятницу, субботу, воскресенье, ну как в принципе все школы. У меня появилось время на то, чтобы съездить в магазин и заказать книгу, которую мне нужно к репетитору. Вот, и я прям была счастлива. А потом сейчас мне нужно делать уроки на вторник, чтобы вечером быть свободной. А потом зайти на почту, забрать посылку, которая мне пришла с подарком, потому что сегодня день рождения моей мамы. Если кто не знает, то подписывайтесь на мой инстаграм. Там я больше всевозможных таких штучек выкладываю и вообще больше появляюсь, в принципе, поэтому там будет получше. Вот. Я очень надеюсь, что этот влог у меня сохранится, потому что проблема была в том, что я перенесла многие файлы на компьютер, и у меня просто они не грузятся, не тот формат сохранился. Вот, и поэтому я решила, что нужно их как-то переснять, переделать. Ну, я надеюсь, что я их открою, и они возобновлятся, и я смогу нормально вам смонтировать влог и выставить. Вот. Погода сегодня ужасная, я поранилась даже об зонт, потому что я шла с таким ветром, вот, поэтому сейчас я сделаю себе уроки, и потом пойду в магазин, вот. Зонтик, он у меня вывернулся, и это сейчас было ужасно. Ну что же, я сходила только что сейчас на Валберес. На улице снимать было вообще невозможно, потому что меня сдувало ветром, у меня зонтик вывернулся полностью, и я шла, это просто какой-то ужас был, если честно. Итак, сейчас вам покажу, что мне пришло как раз-таки.
Мы, в принципе, с моей семьей стараемся следить за правильным питанием, и моя мама очень любит протеиновые печенья фирмы Бомбар, и, в принципе, я тоже люблю эти печенья. Вот, я сходила на Вайлдберриз и забрала... Да-да-да-да-да-да! И я забрала печеньки как раз-таки, которые мама любит. И здесь 12 штучек, не без сахара, с маминым любимым вкусом. Я очень долго надеялась, что она не закажет, потому что все время, когда мы заходили в магазин, у нее единственная фраза была: «А есть ли здесь Бомбар, вот эти печенья?» И однажды мы ходили в магазин, и она говорит: «Надо им сказать по Вайлдберриз, а мне как бы они идут мне в подарок». И я так не хотела, чтобы она их заказывала, вот, поэтому теперь не самой, блин, так приятно. Я больше, наверное, человек, который любит дарить подарки, вот, потому что это с душой, все с любовью, так все классно, вот, поэтому... Та-дам! Класс, теперь надо это все упаковать, чтобы это было неожиданностью. Вот, чтобы это не так было: о, печеньки Бомбар, а я хочу, чтобы это было все-таки такое прям праздничное. Я так рада. Готово. Все. Я доделала. Я упаковала подарок. На самом деле, этот подарок, который я дарю сейчас, он для меня очень душевный. Я все делала с любовью, и это главное. На самом деле, собрала туда все, что она любит. Не, на самом деле, очень миленькая бумага упаковочная. У меня ее осталось очень мало, и это очень обидно, потому что я люблю красивые упаковочные бумажки. Вот примерно вот такие вот. Да. Ой, ну я очень вот прям старалась с этой рамкой, поэтому переходите ко мне в Инстаграм, если хотите увидеть больше моей жизни, больше того, что я творю в ней. Поэтому да, сейчас я буду убирать, и еще меня попросили вытащить вот эту посылку. Мы ее прятали, я не буду говорить где, потому что тогда это место будет уже не секретным. Вот, поэтому... Меня не видно. Поэтому, да. Вот такие вот подарки. Ты рада, что ты день рождения? Ну, не знаю, как бы плюс один год, поэтому не очень. Что ты думаешь, что я тебе подарю? Я думаю, что ты мне подаришь свою любовь. Давай сделаем сердечко, сердечко, сердечко. К своему выходу.